А заказчик разрешил нам заглянуть на объект и посмотреть, что же у нас получилось. Что же у нас получилось? Месяца два этому газону. Сейчас вам расскажу, что тут было. Ну, был тут когда-то вот такой березняк. Этот березняк, ну, он все-таки не такой высоты был, чуть поменьше. Сгребли в кучу фронтальным погрузчиком. Все, как мы любим. Вот. Эта куча находилась вот там, вот. Вот в той локации. И эту кучу вместе со стволами, с корнями мы работали ротоватором. Ну, а затем корректировали рельеф, садили горчицу, а весной этого года мы посадили здесь газон. Вот картина, грубо говоря, двухмесячного газона. Как там говорят-то, все впереди у этого газона. У него только начинается процесс становления. Он еще... С точки зрения дерна жидок, вот, у него все еще есть какие-то места, где он в меньшей степени занял территорию, но это так или иначе. Все это лечится поливом и покосом. Поливать и косить. Вот вещи обязательные. Если вы не готовы делать что-либо из обозначенного, не садите газон, не тратьте на это деньги. Лучше сделайте простую луговую траву. Мы тоже это исполним легко. И тоже будет хорошо. И ответственность у вас будет в минимум. Но уж если поливать, косить готовы, то, конечно, газон, конечно. Это ж красота. А если вот так показывать, то еще лучше. Комфортных территорий вам. Увидимся.